Re, viss ēters ir te. Еще об одном празднике, который начался сегодня, празднике Риги. В этом году он пройдет необычно, без больших массовых мероприятий и салюта. Зато праздник отправляется в рижские микрорайоны. Всего запланировано примерно 70 мероприятий. Программу изучила Галина Солодовник. Середина дня. Рижский микрорайон Иманта. И зажигательная музыка в исполнении диксиленда Санни Грув Дикси. Музыканты и танцоры ансамбля Дали Раде рекламируют ярмарку изделий латышского народного прикладного искусства, которая должна была пройти в этнографическом музее. Но в этом году она пройдет в интернете на сайте e-gadatirbus.lv. Впрочем, в Иманту музыканты еще вернутся уже со своим концертом в воскресенье вместе с джазовой певицей Паулой Сае. Также на выходных у них запланированы выступления в парке Саркандаугавы, возле озера Велнезерс на Югле и на променаде в Кингараксе. Я думаю и надеюсь, что очень всем понравится наш репертуар. И мы сыграем один маленький для вас кусочек. Из завтрашнего концерта. Yeah. В этом году праздник Риги проходит абсолютно по-другому, без салюта, без массовых мероприятий. Он пришел в рижские дворы. Мероприятия запланированы в Земельблазме, Страйсдумуйже, Ангенскансе, Гризенькансе, Латгальском предместе, Плявниках. Да, в районе сделать праздник, другие не могут поехать, тяжело. На место вы приехали, очень приятно, да, спасибо. Так, в московском Форштадте возле спортивного манежа в субботу пройдут спортивные состязания для всей семьи. Ты и я, вместе мы – сила. Не нужно переживать о физической подготовке. В принципе, самое главное – это семейное единство и наличие поддержки от друзей или родственников. Прийти нужно лучше, конечно, в удобной спортивной форме. Хотя бы должна быть удобная обувь. Насколько будут сложными соревнования, мы проверили на себе. Раз и два. Было не очень трудно, но зато очень весело. Аплодисменты, класс! И заодно удалось открыть в себе скрытые таланты. Я еще не прицелилась. Отлично, в десятку. Есть и мероприятия, которые пройдут удаленно. Например, золотые свадьбы. В этом году участвуют 160 пар. Каждый отправится наша экспресс-посылка. Цветы, памятная медаль, поздравления. Открытие праздника Риги пройдет в саду Домского собора. Концерт Раймонда Паулса. Концерт особый для тех, кто во время кризиса COVID был на передовой. Соцработников, медиков, пожарных, полицейских и так далее. Но в воскресенье вечером уже для всех его покажут на канале ЛТВ-1. Во время праздника Риги необходимо помнить и о мерах эпидемиологической безопасности, напоминают организаторы, и стараться соблюдать социальную дистанцию. Чтобы мероприятие не отменили, как это случилось на открытии улицы Тербетас, зрители просят быть ответственными. И не забудьте соблюдать 2 метра дистанции в наших концертах. Список всех мероприятий можно найти на домашней странице праздника Риги rigasvetki.lv. Галина Солодовник, Ришини Слейтис, Латвийское телевидение.